41-й избирательная комиссия. Там еще в соответствии с этой постановой, посмотрите, там сказано, что должно быть после принятия решения и должно быть подумано места территориальной выборщей комиссии. Вы дошли тогда? Да, вот посмотрите, там написано в этой постановке. То есть я звонил с этим самым СОВК. Значит, они не в курсах? Нет, они в курсе. То есть от вас должно быть первое телефонное повидумание, телефонная грамма, потому что принято решение, потому что им нужно уже перед СОВК отчитываться. Вот. Первое, ну, в смысле, телефонное повидумание, потому что принято решение в соответствии с постановой какой-то, штампики поставлены. Вот. И второе, там даже сказано, что вы должны им повидомление письменно сделать. Да, да, вот посмотрите эту постанову. Вот это все. Я тоже не понимаю, просто собрал.